На первый взгляд, построить домашнюю сеть очень легко. Купил маршрутизатор, настроил, поставил, работает, не трогай. Но реальность всегда вносит свои коррективы. Например, большинство подключает маршрутизатор к ближайшей кабелю провайдера розетки. Поэтому в квартире или доме возникают мертвые зоны, где или падает скорость передачи данных, или просто пропадает сигнал. Но сегодня мы познакомимся с простым способом решения подобных проблем – Wi-Fi повторителем Netis E1. Устройство поставляется в небольшой коробке, в ней можно найти инструкцию и короткий Ethernet кабель. Netis E1 Plus – это компактный девайс, выполненный в традиционном форм-факторе. Углы корпуса сглажены, на передней панели есть единственная клавиша с индикатором. Снизу – розетка Ethernet, задняя часть – это стандартная вилка питания. К нам на обзор попало два E1 Plus – салатового и голубого цвета, а всего существует 7 расцветок. Netis E1 Plus может работать в режиме Wi-Fi повторителя или роутера. В первом случае клиент подключается беспроводным или проводным способом, во втором случае только по Wi-Fi. E1 Plus работает на частоте 2,4 ГГц. У него две встроенные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi. При подключении по Wi-Fi обеспечивается скорость передачи данных до 300 Мбит за секунду, а если используете кабель, то до 100 Мбит. Netis E1 Plus – устройство класса Plug and Play. В большинстве случаев оно не потребует дополнительной настройки. Чтобы E1 Plus начал работать в режиме повторителя, нужно включить его в розетку, нажать VPS на основном маршрутизаторе и ретрансляторе. После этого Netis соединится с домашней сетью, продублирует ее настройки и начнет работать. Если нужно провести более тонкую настройку, предусмотрен простой и наглядный веб-интерфейс без расширенных параметров. В каждой квартире есть проблемная комната, где скорость передачи данных падает в 5-10 раз. Смотреть тоже потоковое видео становится неудобно. С использованием Netis E1 Plus у меня получилось поднять скорость передачи данных минимум 2-3 раза. В режиме маршрутизатора Netis E1 Plus может обеспечить нормальное покрытие на площади около 50 метров квадратных, чего хватит для номера гостиницы или дачи. Подробный результат тестирования вы найдете в текстовом обзоре. Ищите ссылку на него в описании к видео. Netis E1 Plus показался с лучшей стороны. Он ощутимо увеличивает скорость передачи данных в проблемных местах и может выполнять роль маршрутизатора. К тому же это один из самых доступных Wi-Fi повторителей на данный момент. Поэтому, если вас не устраивает качество покрытия основного роутера, присмотритесь к E1 Plus. Он легко решит подобные проблемы.